Всем привет! Почему я так увлечена бацики? Именно китайской астрологией. На самом деле я пробовала разные виды астрологии, ведическую астрологию и западную астрологию. Но вот из всех методов, они, конечно, все прекрасно, замечательно. Мне больше всего понравилась именно китайская астрология. Почему? Потому что именно в китайской астрологии самые простые, понятные и действенные способы коррекции. Приведу пример. Когда в свое время я обратилась к физическому астрологу с просьбой скорректировать мою денежную сферу, почему, как бы, для меня это было актуально, она мне предложила для коррекции моего финансового состояния носить на пальце, там, определенном пальце руки, носить изумруд минимум от 4 карат. Я когда посмотрела, сколько стоит этот изумруд, там минимум цена начинается от 30 тысяч евро. То есть у меня возник вопрос, а если бы я могла себе приобрести на тот момент этот изумруд, зачем мне было бы тогда вообще корректировать свою денежную сферу? Логично, да? Поэтому как бы вот несоответствие предлагаемых способов коррекции вашей жизни, да, и текущей ситуации человека, может, у него вообще такой возможности нет. Вот мне не понравились те виды астрологии, особенно ведическая. Но когда я пришла в астрологию бацы, вот, знаете, для меня как будто зажегся свет. Было все замечательно, ясно, просто и понятно. Те методы коррекции, которые предлагает именно китайская астрология, оно доступно при вашем любом состоянии, финансовом, денежном там, и так далее. То есть не нужно покупать каких-то дорогих способов коррекции, вот эти упаи, камни драгоценные и так далее. Вы можете через свое поведение, через эмоции, которые доступны всем, любому человеку, уже нести замечательные изменения в вашу жизнь.